Даже в эту малоснежную зиму в столице Чувашии возникают проблемы с уборкой снега. Виной тому оставленные на обочинах городских магистралей машины. На уборке снега работает спецтехника. Ее технические возможности позволяют чистить даже на узких дорогах. Но если машины стоят плотными рядами, да еще в неположенных местах, не справится даже ей. Мешает, конечно. Задеть туда штраф. Ситуацию не спасают даже знаки «Стоянка запрещена». Инспекторы дорожного движения периодически эвакуируют машины, оставленные в неположенном месте. Вот лишь один пример. Рядом с госпиталем для ветеранов столицы республики вереница машин. Большинство владельцев приехали на прием к врачам сами или привезли своих близких. По направлению врача приехал к урологу, поставил машину, вышел, машины нету. Забрали на эвакуаторе на Хеврскую улицу. Город, не знаю, еле-еле на такси доехал, забрал, оттуда штраф заплатил. Приехали лечиться, а выходишь, тут еще одно мученик. Аргументы понятны, но закон есть закон, он един для всех. Знак видел, но нет, туда поехал, там у них специально есть стоянка, там местов нету, негде ставить машину. Ладно, я могу, у меня ноги есть. А вот у кого инвалиды? Вот приезжаем мы сюда, на машине у кого-то, есть в колясках, где можно поставить машину? Впрочем, как выяснилось, пациенты госпиталя могут воспользоваться специальной парковкой. Об этом нам рассказал главный врач. Вход туда через шлагбаум. На территории госпиталя оборудовано 30 парковочных мест для пациентов госпиталя. Парковочные места расположены во внутреннем дворе поликлиники. На въездах на территорию госпиталя расположены информационные таблички с номером телефона вахты. При возникновении необходимости пациенты набирают номер, открываются автоматические ворота. Почему потенциальные пациенты госпиталя не видят нужной информации, это уже другой вопрос. Но все остальные владельцы прекрасно понимают, что оставляя автомобиль на обочине, они мешают уборке улиц. Эти транспортные средства нам мешают уборке дороги, проезжей части от снега. Так как они игнорируют эти запрещающие знаки, то получается снегоуборочная техника не может на эти участки заехать. Вот сегодня еще погода минус 5, но завтра идет похолодание. Если мы вот эти участки дорог своевременно не уберем, то она уже на следующий день может замерзнуть. Эвакуатор доставляет задержанные машины на штрафстоянку на Егерский бульвар. Только с этого участка дороги сегодня увезли 6 машин. Для того, чтобы забрать транспортное средство, владельцу необходимо получить отметку у сотрудника ГИБДД, предоставить соответствующие документы на специализированной стоянке и оплатить расходы за перемещение и хранение транспортного средства. Синоптики все же обещают нам метели в феврале, так что работы по уборке снега прибавятся. Специалисты дорожных служб и инспекторы ГИБДД советуют не нарушать правила парковки для автомобилей, чтобы не тратить потом время на их поиски. Наталья Мальчикова, Валерий Резюков, Республика.